И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе. И сегодня мы пойдем в какие-нибудь путешествия. Привет, говорить не надо? Не надо, отлично. Хе-хей. Выдачка у меня, кстати, теперь тусует здесь, качаю здоровье. В общем, все, красота. Блин, все-таки вот эта система очень кайфовая, она очень удобна, она, самое главное, очень красивая. Вот. Пойдем сегодня, я думаю, под воду. Под воду. Гарпунчик. Халавись. Отлично. Так, это мне уже больше не нужно. Пока что. Так, ну и парашюты тоже уберем. Под водой они не работают. Так, это остается, это остается, это все нормально. Погнали! Темно, да? Ну, бывает. Я притомил второго. Второго, да. Того 150-го. Ну, фиглив, если все равно 57. Ну, кстати, он притомился в итоге лучше, так как у него ж два левела не сбросилось. Вот. И, ну, это как бы пофигу. Суть в том, что... суть в том, что теперь у меня их два. Если их нужно будет, я могу их разводить. То есть два, по сути, топовых, хотя 57% это какая-то тупость была непонятная. Да и пофигу, как говорится. Куда пойдем сегодня? С одной стороны, я хотел участвовать в гонке, а с другой стороны, я подумал, ночь. Ночь, почему бы и не сгоняться в другое. Погоня за белым китом. Туда мы сейчас и пойдем. Ночью лучше всего виднеется. Эх, не лагай, бедолага. Ну да, мир прогружается. Я только запустил игру, мир прогружается. Это прям беда конкретная. Ночью искать будет намного легче эти следы. Поэтому я думаю, все-таки пойдем именно на поиски кита. Да. Погоня за белым китом. Я не знаю, что здесь, как здесь, что меня ждет, но, наверное, Лексидиса надо будет убивать. Только почему белый, вот это все мне непонятно, но фиг с этим всем. О, подожди, а что у нас здесь еще? Лохнесская охота? Ё-моё, прикольно. Но я хочу за китом. Поэтому погнали за китом. Прогружается. Так, в какую сторону мне плыть? Оп. Так. Во. Ну, отлично, погнали. Ай-яй-яй-яй. Давай, побольше сразу. Вот, вот эти вот цеплять лучше побольше на первом этапе. Чтобы потом не было в конце, что тебе не хватает там одной штучки. Для того, чтобы сработал скрипт. Ну, это опять-таки же лично мое мнение. Я так прохожу. Я с кальмаром намучился, поэтому это лично мое мнение в этом плане. Посмотрим, что сейчас вылезет. Угорек. Пошел в задницу. Тихо-тихо-тихо. Меня зацепил. Не лагай. Чудо-игра. Так. Отлично. Я тебя вижу. Мозя. Пошли мочить. Понятное дело, как можно так сказать, выяснилось. Богами мы бьем 8x. Ну, слушай, короче, что-то много хп. 505 тысяч, это, конечно, дофига. Я чувствую, у меня здесь будет такая же проблема, как и с кальмаром. Так, все, он сдриснивает. Да, я по нему бить не могу, он сдриснивает. Какула, иди в папулю. Иди отсюда, нафиг. Задолбайте меня.
Так, ну чё, давай, исчезай уже, братан, и там, активирую скрипт. Отлично, скрипт активирован. Где? Я где-то здесь видел их. А, вот где видел. Отлично. Погнали. Погнали дальше. О, я рядом с домом проплываю, прикольно. Не, блин, все-таки прикольно здесь. Здесь все видите, вокруг дома прям тусуются. Я построился в таком месте, прям кайфовом. По крайней мере, возвращаться легко. Это тот самый кальмар, точно. Это я сейчас плыву в ту миссию, в то место, где я воевал с кальмаром. Ее, кайф. А, нет, с кальмаром я воевал налево. А это я в ту сторону плыву, где воевал с Мозиком. Нормально. Воу-воу-воу-воу-воу. 95? Нифига себе. Ну, тут, конечно, да, приходится поплавать. Ну, кстати, не зря меня насторожило, что там в описании написали, типа, вам понадобится что-то больше, чем гарпун. Что-то типа того. Да, я его видел слева. Вроде бы он. А, нет, это обычный Лексидис. Прикол. Ну, я их уже здесь встречал, как бы, но, блин, неожиданно. Не-н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 е
15 левел мозик, это фигня. Так, кто там на меня согнался? О, добрый вечер. Это вот ты, да? Мой тысячный левел! Серьезно? Вот. Тысячный. Чё, разрабы курили, когда создавали его? Так, все отлично. Скрипт сработал? А, еще не сработал. Но я лучше в седля посижу. Тут какая-то вакханалия началась. А, понятно, почему вакханалия. У меня этот... Зеленая какахи-аммонита на меня попали. Нужно быть аккуратнее. Вот опять они на меня попали. Ешкин кот. Так, ну я вижу, куда плыть надо. Надо подождать, пока зеленые какашки и аммониты пройдут. Или мне будет кирдык. Кирдык мне будет... Жопить. Жопить будет мне. Ну, благо это гамма. Я могу позволить себе постоять на месте. Так, отлично. Дунклиастей вроде как отцепился от меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот аммонит, конечно, прям не вовремя вот это вот свою какаху выпустил. А потом обновил. Ай, бляха-моха. Отлично. Немного хитина не повредит. Так, отлично. Да ты серьезно, лосось, мать твою. Бессмертное животное. Все, поплыли. Надо аккуратнее с этими аммонитами. Ха, я кругалями гоняю. Прикольно. Значит, здесь где-то моя база. Эй-эй-эй, зацепил.
Не, эти миссии все-таки прикольная штука. О, ты уже заспавнился. Отлично. Собирать, значит, все не нужно. Эти миссии прикольная штука, особенно учитывая, что... Да мы прям под моей базой, ты серьезно? Я надеюсь, там это... Сейчас не сагрится вон те, вся моя братва сюда. Прикинь, просто под базой. Какого фига? Так, где буйная базилка? Вон буйная базилка. Чисто, короче, разбираемся с ракетирами. А, элемент закончился. Ядрейший посадишь. А я элемент с собой не взял. А, точно, у меня же элемент всегда скидывается в этот. Всегда скидывается в сторож. Миссия выполнена. Что мы получили? Так, кислород нормально, дунклиасты, ихтиозавр, всякая фигня, хавки. Ну, что-то более или менее. Что-то прям такое более или менее. Так, одно это мое было. В том плане, что в миссиях будет получше. Да уж, вот и по 600 я, походу, дела и буду бить. Ну, не по 600, наверное, по 900 примерно буду бить. По альфачу. Ну, одно радует. В ответ он вообще практически не наносит урона. Ну, вы сами видели. То есть, ну, вообще практически не наносит урона. Прям очень кайфово в этом плане. Воевать, конечно, против него. Второй плюс от миссии. У меня там что-то 1007, что ли, нефти накинули. Благодаря тому, что я убил базиков. Ну, то есть, как бы, нефти тут вообще просто с этой миссии добываешь. Прям красота, мое почтение. Ну, потому что, соответственно, ты же убиваешь базиков двух. И они жирненькие, я вот так сказал. То есть, пожирнее, чем обычные. Так что это тоже стоит учитывать. Ну и без записи, я так скажу, немножечко полегче искать вот эти вот отметки, потому что типа а что сейчас было? Это чуть-чуть это... У меня такой первый раз был. Прикольно. Хорошо, что ты попал на запись. Так вот, типа без записи я могу включить гамму. То есть дневную мою гамму, то есть темную. Не вот такую вот яркую. Вот, а вот такую темную. И вот с этой темной, то есть мне... Их легче немножечко видно. Вот. Но как бы тоже не сильно-то и панацея. Чтобы их лучше видеть, надо еще темнее делать. И либо разработчикам их нужно подсветить. Ну, камон. Я думаю, не я первый, не я последний, кто об этом говорит. А раз это не сделали сразу, то это и не сделают никогда. Будем надеяться, что в Арк 2 они что-то подобное, если будут вводить, это учтут. И сделают нормально. Так что это же обычный лекситистан. Очень на это надеюсь. Ну, кстати, интересно все-таки, каким будет Арк 2. То есть, ну, я все равно считаю, что Арк 2 это будет как DLC. Только, я думаю, на новом каком-то движке. То есть, даже не то, что движок, а то, что, я думаю, там, ну, немножечко будет все по-другому. Будет суть то же самое, но, во-первых, разработчики другие будут, потому что, к примеру, ой, как же игра-то называлась? Dark and Light, что ли? У нее был этот... В разработчиках одни из чуваков, которые разрабатывают Арк. Ну и, собственно, система, если не ошибаюсь, система постройки, что ли, она то же самое. Ну, то есть, как бы, это постройка, я не знаю, этих чуваков была.
Возможно, система постройки в Ark 2 изменится. Возможно, что-то еще изменится. Черт его знает. Ну, в любом случае... В любом случае, мы... по крайней мере, те, кто знают про Ark, любят Ark и ждут Ark. В 22-м году ждем мультик. Ждем Ark Animation. Вот, это во-первых. Ну и во-вторых, ждем хоть каких-то новостей по Ark 2. Но, честно, мне кажется, что Ark 2 выйдет в 23-м году где-то. Либо к концу 22-го. Что-то мне подсказывает именно так. Я не знаю почему, но черт его знает. Черт его знает. Я за этим сильно, вот прям сильно так не сижу, извините, времени нет, как говорится. Но что-то мне подсказывает, что будет именно так. Надеюсь, я ошибаюсь. Ну, а тем временем я иду, точнее, плыву, и дальше все плыву. Ей! Сейчас, как видите, не попал на чертового аммонита, поэтому уже полегче. Уже прям чувствительно полегче, потому что на ошибках учатся, и как я уже не раз говорил, такие миссии нужно проходить сначала гамму, потом бету, потом альфу, чтобы на гамме учесть ошибки, на бета шлифануть все ошибки, а на альфе уже постараться не совершать ошибок, так как время ограничено. Такие вот дела. Очень повезло, как он забаговался в меня. То есть я стою на месте и просто жму на удар. Очень удобно. Здесь, конечно, уже не отображается, но... Офигеть, 4000 кожи. Здесь, конечно, отображается, но у меня практически получилось собрать все. У меня 93 из 95 получилось собрать. Вот этих вот отметок. Вот. 4500 нефти! 4, мать его, 500 нефти! Прикинь! Ну-ка, обычная базилка чё мне даст? А, ну он также дает нормальные, просто базилок-то не убивал, зачем, они же клевые. Блин, офигеть! Просто куда мне столько нефти, я не знаю. Базилки в целом дофига дают нефти. А тут как бы тебя по миссии заставляют убивать базилок. Буйных базилок, заметьте. Просто вот эти вот... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну догрызи ты. Красава, догрыз. Так, все, что у меня было до этого, я сбросил. И что мы здесь получаем по предметикам? Ну, ихтиозавр, нормальное седло. И, пожалуй, ты и все. Пика хорошая, конечно. Для ближнего боя взять пику. Тем более под водой. Тоже норм штука. Да? Как один из вариантов. Ну вот, сделаем так вот. И вот так. Еще 10 веса сверху. Ну классно. Очень удобно тем, что я нахожусь около дома. Всегда. Я могу разгрузиться спокойно. Вот только одно плохо. Чуть-чуть не достает до вот этой вот фигни. И тем самым я не могу зацепиться и сбросить ресурсы. Обидно? Не то слово. Да уж. Ну вот это тоже чувствуется. И урон чувствуется по 219. Не, конечно, все равно не сравнится с остальными. Но от Ликфидиса урон по 600. Это дофига. Вот. Ну и время. Это убивает очень много. Прям ты вот стоишь, наяриваешь. Ну, пока что время движется быстрее, чем полоска ХП, скажем так. Пока что. Это быстрее. Это плохо. Это очень плохо. Водоворот.
Сука! Он меня со следа сбил. Долбанный сраный водоворот. Он меня просто сбил со следа. Вот это какой ужас, а! Еще это всякая шелухонь здесь понавылазила. Ужас! Ну как копье. О, копье-то говна. Так. Я потерял след, и это очень плохо. Уйди ты в баню нафиг, задолбал уже меня. Да, во. Благо можно по Хеленке ориентироваться. Здесь суть в том, что в Альфаче первая миссия пошла то же самое. Точнее, первая встреча, вторая встреча, он уже поплыл в другую сторону. Но по Хелене можно ориентироваться. Видите, с правого верхнего угла она появляется, и она смотрит всегда в ту сторону, в которую нужно плыть. И это, черт побери, помогает. О, сейчас особенно мне помогло. Потому что я из-за этого водоворота просто, я плыву в одну сторону, меня крутит в другую сторону. Из-за этого я просто не смог сориентироваться, где я вообще нахожусь. То есть настолько все тупо. Вот, поэтому Хеленка очень сильно помогает. Вот он, буйный эликсидис. Ну, кстати, здесь и отметок намного меньше. Но время... Время. Я очень много потерял времени. Будем надеяться, что он сейчас забагуется, будет стоять на одном месте, и мы вот так вот будем обмениваться ударами. Не вот так вот, а вот так. Стой вот так, давай. Вот ты, короче, бьешь меня, я бью тебя, а ты стоишь на месте, я тоже стою на месте. О, красота! Есть шансы на победу. Пока есть шансы, но одна ошибка, и ты ошибся. Я опять не положил элемент. И это основная проблема. Это может быть составить реальную проблему, если сейчас путь не будет лежать через верх. Я не хлебну кислорода. Такая вот проблемка. О, вот он, хвостик нашел. Хвостики. Блинские хвостики. Кайф. Не, я сейчас походу запарю. Он просто плавает вокруг, и он не хочет встать на месте. И все. То есть я сейчас просто могу запороть все это дело. Но одно могу сказать, этих мне точно надо убивать. Емать его калашматит. Вот, поэтому как бы тут без вариантов. Но я запарю, у меня может времени просто-напросто не хватить. Единственный шанс, что он встанет, просто тупо встанет на месте и перестанет плавать кругалями. Ну, вроде как встал, но что-то мне же еще базилок надо убивать тоже. А время-то идет и идет, там еще и водоворот. Водоворот! Да, прям вообще, короче, он прям сюда идет, водоворот. Но тут я точно могу сказать, что шанс на то, что я пройду, ну, процентов 20-15. С этого раза, по крайней мере. С группана, кстати, стрельну, там вообще 300-ки, то что-то 300-ки с копейками отнял. То есть вообще ни о чем. О, водовороты сейчас. Ладно. Шансы поднялись до 23%. Кошмар. Прикинь. Он кого-то сожрал и отхилялся. Ты посмотри на хп эликсидицев. Я, короче, подошел к аммониту, чтобы буйных базиликов на себя сагрить. Ну, то есть... попал под его вот эту вот фигню, чтобы на себя, на меня не сагрились, как бы, и, ну, убивать их, бить по сразу по троим. И в итоге Ликсиктис, мать его, сражал кого-то в этой толпе. Он отхилялся. Я думал, это... такого не будет, но нет, но он отхилялся.
Короче, одного мозика точно не хватает. Надо второго мозика и желательно другого пола. Чтобы, во-первых, бить вдвоем, во-вторых, урон, чтобы был больше. Это просто жирнич. Это просто чертовски жирнич. И то, опять-таки же, смотрите, хп у него насколько меньше. То есть, у тех было 505, да, там, у этого 468 000. То есть, у него хп меньше, чем у тех. И то я не успеваю. Кошмар. Проверил сейчас урон от пистолета. Тот, который у меня. 200 с лишним. Ну ты вообще просто ни о чем. Вот давай сейчас. А, это мой. Так, шлем поломал. Вот, 224. Ну то есть вообще просто ни о чем. Офигеть! Мозя, Мозя, прости, Мозя. Мозя, прости, что тебе в башке не стрельнул. Офигеть! Вот я не думал, что здесь вот запарюсь. Честно не думал. Зато труп его сожру, скотину такую. Обалдеть! Нежданчик так нежданчик. Ну чё, блин, надо будет сейчас мозика еще одного оттамить, тогда походу дело мне. Я надеялся, что это займет не так уж много времени. Походу дело это займет чертовски много времени. Чертовски много времени. Тамим мазазяку. Так, иди сюда, совца, блин, задолбал меня. Бьет меня, и бьет меня, бьет меня, и бьет меня. Сейчас я просто буду подплывать, она ударит обязательно по мазазяке. Ну овца же, потому что. 100% ударит по мазазяке. Так что копье тоже в тему, нормально. Я просто обычно эти забыл. Но 150-й. Так, давай. Текай отсюда. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока что все идет на мана. Пока что все идет на мана. Я не знаю, что будет дальше, но пока что все идет нормально. Меня все устраивает. Надеюсь, никто не ударит. Пожалуйста. Отлично. Никто не ударил. И мазозавр мужик у меня есть. Ей, клево. Ну а теперь. Ликсидис. Надо, кстати, мазозавр сначала подкачать чутка. Урон. И хп. Да уж. Хилинг и он пока что. Ну что я могу сказать? Так, седло, потому что другого нету. И по характеристикам. Во-первых, он притомился 224-м левелом, а это 217-й почему-то, я не знаю. Хотя вроде и то, и то 150-й были, я не помню. И получается, более ущербный, скажем так. То есть здесь сразу атака 37 была, здесь 33. Атаку еще, конечно, подкачаю в будущем. Здесь хп было 32, здесь сразу 25, то есть как бы хп пришлось больше качать, что тоже уже. Здесь кислород и еда, ненужные характеристики были в плюсе. Вот, поэтому, ну вот как-то так. Но, что могу сказать, левел больше, в целом, уже практически догнал. Тег-седло. Давай сразу же тогда уж посмотрим, что за тег-седло. Ну, во-первых, это обычное седло. Если нажать на привлечь, то активизируется другой режим. И можно стрелять. Не знаю, что конкретно дает. Посмотрим на непосредственно уже. На непосредственно уже боссе. Так. Давай сделаем вот так вот. Вот тебя и тебя ставим первыми, чтобы они у меня появились и первые в списке, чтобы быстрее. Чуть что, я их сразу мог вызвать.
Ну а теперь что? Погнали мочить эльфача. Ну сейчас я уже надеюсь, что я его замочу. Так, давай посмотрим, во-первых, пиу-пиу. Вообще ни о чем. Вот. Ну и давай смотреть. Так, ну во-первых, да, здесь, конечно, урон будет намного меньше. И какого-то фига она не хочет его атаковать. Отлично, атакует. Но мне нужно, чтобы он встал на месте. Да, и лучше на атаковать на том, у кого больше урон. Ну вот да, да. Вот я смотрю, прям урон хороший подходит. Такое ощущение, что вообще лучше сделать так, чтобы она стояла на месте. Слышь, свинота, ты будешь сюда плыть? Атакуй эту тварь, пожалуйста. Пожалуйста, атакуй эту тварь. Так. Пожалуйста, атакуй эту тварь. Спасибо. Но это была недолгая акция, да, я как понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Она, походу, дела тусуется вокруг из-за дальности этой следования. Поэтому что можно сделать? Правильно. Сейчас подплывет и отсвистеть. Отсвистеть, говорю, мать! Отсвистеть! Вот эту кнопку отсвистеть. Ну? Эй, алло! Дура, мать, ты что творишь, овца? Я в упор подплыви, чтоб я урон наносил больше. Так, ну понятно, урон наносить лучше на ней, потому что все-таки она будет по 1200 вносить урона. Иногда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, уже лучше. Уже лучше. Единственное, что я могу сказать. Где эта дура? Стой, тварь тупая. Как же ж меня раздражает. И вы бы знали. На пассив, безмозглые овцы, встаньте. Так. На пассив, говорю всем. Отлично. Пассив, встань, овца! Я чувствую, я сейчас и эту миссию всру. Так, отлично. Вот теперь на нейтрал. Теперь дальность следования. Нужно уменьшить, точнее увеличить на наибольший. И наибольший. Отлично. Ну, у меня просто есть время. Я могу его потратить на... Так, он где-то вверху был тогда. На все это... Все эти настройки. Во, все, отлично. В ту сторону. Вот, а не-не. Кошмар, короче, нафиг. Ужас. На суше им управлять, жопа. Под водой втройне жопа. Ужасно. Что еще сказать? Короче, нужно делать так, чтобы Лексидис сагрился на того, на ком ты находишься. То есть он бил тебя. А второй, Мозазавр, приказать ему атаковать эту цель. То есть в данном случае атаковать цель Лексидис. И вот тогда... Тогда хоть как-то, хоть что-то и получается. Понимаешь, насколько все тупо? Но в целом, я так скажу, когда я сделал так, получилось очень даже неплохо. Потому что там процентов на 20 примерно просто полоска отставала. Поэтому, да.
Это был хороший вариант, но... О, прикольно. Она всегда так лазарит. В этом. Братва, стоять, мать вашу! Все, стойте, нафиг, бляха-муха. Вроде должны были с... друг за дружкой быть. Нафиг, короче. Вот что-то типа такого должно быть. То есть он агрится на меня. Я бью. И этот рано или поздно подойдет и начнет также стоять. Он будет также стоять на месте и бить. И вот только в таком случае можно хоть что-то сделать. Ну, либо еще больше мозазавров. Этих на мегалодонах тоже написано на вики норма тема, типа они кидают кровотечение, и это такой нормас, то есть они игнорируют всю вот эту шляпу. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, нам еще пошел базиков валить. Но пока что все идет неплохо. Урон на 300 больше, ладно, 250 больше, это очень неплохо. Там почти на 300. Поэтому... Это, короче, да. Каждые 3 удара, это как 4 прошлых, грубо говоря. Так что... Пока что я рассчитываю на победу. Пока что. Мне, между прочим, пришлось... О, красава, ты смотри, он встал просто. Давай, мочи его. Стой на месте, не двигайся. Далеко не двигайся, просто стой на месте. Я тебе даже, вот, отсвистаю даже тебя. Стой на месте, козел. Ладно. В любом случае, пока что мы имеем то, что имеем. И все хорошо. Пока что мы движемся к победе. Братан, мочить будешь? Хотя лучше бы стоял на месте, а? Где этот тупой? Ты серьезно? Имбецил? Твою мать. Дебил! Куда он сдриснул? Просто пиш, исчез нафиг. Ладно, время есть. Пару минут у меня уйдет на буйного Лексидиса. И останется убить... Вот здесь чисто вот... не хватало нарастить мощи. Ой, это какой пару минут? Ты еще быстрее. Братан просто может. Давай, мочи его! Мочи, ублюдка, погнали! Погнали мочить этих тварей! Давай, вот этого базика мочить! Он далеко, он не слышит моей команды просто. Из-за вот этого дела. Ладно, фиг с ним. Давай пробуем справляться так. Если получится подойти... Оп. Ты там реагируешь или просто двинулся? Отлично, он среагировал на него. Надеюсь! Но опять-таки же у меня не отображается это, типа, атаки. Блин, надо было цветочки взять. Они бы на меня сагрились сейчас. Шара. Так. Где эти панцирные ублюдки? Вот где-то там. Сейчас все будет. Такой уже проканал один раз, проканает еще раз. В насосы! Отлично, красавцы! Мне даже жалко, что я вас убил. Почти жалко. В
Водоворот! Ну и... А в прошлый раз вы на меня сакрились, козлы. Какого фига они отхилены полностью? В смысле они отхилены полностью? Это что за нафиг? Отлично. У меня есть все шансы. Не, шансов нет. Они отагрились и, соответственно, сейчас просто начнут убегать. А у меня нет времени огорцевать. И я понял, почему они отхилились. Они это... От того, что я убежал далеко от них, они тпхнулись и отхилились. Очень тяжело с неагрессорами. Прям чертовски тяжело с неагрессорами. Ну а что поделаешь? Цветочки ты не взял? Лошара? Что поделаешь? Я даже забыл про них. Правильно? Прошло уже. С момента последнего убийства прошло... Дофига времени. Вот прям дофига времени. Как бы не час. Пока вот этот мозазавр томил и так далее. Ладно, все. Погнали на базу. Погнали за цветочками. Это полный кусок дерьма миссия. Я вам так скажу. Прям реально полный кусок дерьма миссия. Ужасно. Ужасно. Ну, с первой стадии уже лучше. Вы видите. Времени много. Оп. ХПшечка, как у него просела. Но это типа она просела, скрипт сработал. Пока что нормас. Живем. Тоже пока что еще все неплохо. И что стоит заметить, меня сейчас отправили по маршруту, по которому я плавал на Гамме и на Бете. То есть по первому маршруту меня отправило. Не знаю, с чем это как-то связано, но как-то вот так. Я здесь теперь. Так, давай проверим план с цветочками. Да, они на меня сагрились. Отлично. План с цветочками работает. Это хорошо. Но огребаться я буду вдвойне. Втройне. На меня будут же не только они нападать. Но это означает, что и базиликов я тоже завалю сразу же, то есть. И время у Лекситиса, сами видите, тоже нормас. Нормас. Ну, кстати, я бы в прошлый раз прошел, если бы сразу про цветочки бы вспомнил. Как же все-таки тут шумно, да? Отлично. Отлично, остался только один Лекситис. Времени, как видите, у меня дофигища просто. Неужто я эту миссию пройду? Обалдеть. Кстати, я к той миссии на болоте тоже подготавливаюсь. Я сохраняю, ну, то есть подготавливаю шмотки мощные, чтобы все-таки, извините, там пешком бегать все-таки. Нужно прям жесткие шмотки, желательно в двух комплектах, с жесткой броней имею в виду, желательно в двух комплектах, чтобы ты мог переодеться, все дела. Так что к той миссии я тоже готовлюсь. Матч-реванш будет. Ну, я так скажу. Если не тупить и знать, что делать, то все будет хорошо. И даже 5 минут запас останется. Да, огреблись они не кисло. Ну, а что поделаешь? Что поделаешь? Что в итоге я получил? Ну, седла, конечно, кайфовые. Броньки кайфовые, да. Приз, приз, я бы так сказал, достойный, ну да, вот это, конечно, седло, да. Легендарное, прошу заметить, седло на 37 брони, на бронтозавра. Угу, вот так вот, это вам не в тапки гадить.
панели. Но здесь в основном на водоплавающих, ихтиорнесов и так далее. Вот смотрю, очень часто на ихтиорнесов дают. Но цветочки затащили. Цветочки затащили, это то, что могу сказать. Фух. Хорошо. Да стой ты, овца, мать твою, да пошла ты в жопу, дебильное создание, отродье. В целом, если в не тупить, если в знать, что делать, то все будет хорошо. Но, типа, камон. Откуда вы узнаете, что нужно делать? Да и откуда вы узнаете, что именно вот хотя бы надо еще одного мозазавра, да? Два мозазавра норм. Три, конечно, было бы еще лучше. Типа, камон, это вы никогда сразу и не узнаете. Стоять всем на месте! Я не ту кнопку нажал. Ой, но я точно могу сказать, опыт был не кислый для меня. Ой. Надо все собрать. Вот такие вот делишки. Ну что я могу сказать? Все, хоть и было тяжело и сложно, но проходимо. Это не та миссия на болоте зачистить голыми руками всех. И я думаю, в каждом биоме есть такая миссия. Ну, по крайней мере. В вулканическом что-то наподобие похода дела я заметил. Ну, рано или поздно до всего дойдем. И куда деваться, все пройдем. Надеюсь. Ну а на сегодня это бремя тяжелых миссий закончено. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.